В Луганской области зафиксировали новую вспышку африканской чумы свиней, на этот раз в Белокуракино. Спецкомиссия приняла ряд мер по ликвидации эпидемии в районе. Определен центр очага, вокруг которого будет установлена 3-километровая зона защиты. Она предполагает подворный обход домовладений и изъятие свиней с последующей их утилизации. Все конфискованные животные будут взвешены, а людям возмещен ущерб из расчета среднерыночной стоимости за килограмм. Мы должны создать территорию, которая свободна от животных. Поэтому этот вопрос будет изучаться, и люди, у которых есть животные, конечно, будет с ними проводиться работа. Людям бояться нечего. Значит, если будут связаны какие-то их, ну, скажем, изъятия свиней от них, да, то вот на сегодня это обсуждалось, обязательно будет компенсация.